Площадь Дворца культуры и искусства на время флешмоба буквально расцвела от ярких маек и ветровок волонтеров Социального центра молодежи, которые представили ленинск кузнечанам в танцевальной форме областной проект «Твой Кузбасс, твоя инициатива. Наш общий вклад в развитие города и региона». Участникам акции, среди которых были волонтеры, студенты, работники администрации городского округа и муниципальных служб, организации учреждений, ветеранов, рассказали о том, что такое инициативное бюджетирование, и вручили памятки с планом действий для участия в программе. Каждый житель с ее помощью вполне может не только предложить свой проект для вложения средств бюджета, но и добиться его реального воплощения в жизнь. Инициативное бюджетирование – это непосредственное участие жителей в эффективном управлении финансами. Принять участие в этом действительно может каждый житель области. Жители Кемеровской области в возрасте от 18 лет и старше. Кроме того, индивидуальные предприниматели, юридические лица и общественные организации, а также инициативные группы жителей и исполнителей проекта. От идеи до проекта всего 5 шагов, но каждый из них значим. Собрать людей, создать инициативную группу, подготовить проект, отправить его на конкурс и победить, а затем собрать денежные средства, следить за качеством работ и участвовать в них самим. На первый взгляд все просто. И к 30-летию Кузбасса хотят реализовать 300 инициатив, на что ежегодно планируется направлять по 100 миллионов рублей. В инициативном бюджетировании могут принимать те проекты, которые ограничены, могут, это может быть ремонт, капитальный ремонт, кроме реконструкции, строительства и каких-то культурных памятников в городе. Любые могут граждане предложить свои проекты. С этим проектом необходимо обратиться к своим единомышленникам, так сказать, собрать собрание, заявить о своих намерениях участия в этом проекте, в этом конкурсе отбора проектов, предложить решение создать сам проект. Мы даже поможем с нашей стороны составить сметы и так далее, организовать, составить документы для этих целей. Финансирование проекта 90% берет на себя область, 10% – местный бюджет. И еще свой вклад делают жители, инициаторы, предприниматели и юридические лица. На сайте администрации подробно расписано, что и как нужно сделать. Но без инициативы горожан реализовать проект «Твой Кузбасс, твоя инициатива» не получится. А потому власти ждут интересные идеи от жителей Ленинска-Кузнецкого. Галина Лина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.